Рождество отмечают христиане восточного обряда. В церквях сегодня проводили праздничное богослужение, литургию Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. Прихожане вместе со священнослужителями молились о мире в Украине. Традиционно Рождество украинцы отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Сегодня закончился строгий 40-дневный пост и начались святки. Их отмечают почти 12 дней и сопровождают народными гуляниями в честь рождения Иисуса Христа. Во время святок поют колядки и желают всех благ на будущий год. Каждый из нас сегодня стає дитиною, незважаючи на те, сколько нам років. Тому що ми всі чекаємо чудес, а чудо, яке сьогодні прийшло на цю землю, найвеличніше чудо. Я всіх вітаю, нехай Господь всім допоможе зробити своє єство ясом і пещерою, де народиться обов'язково Христос Спаситель, а від нас залежить, щоб і ті люди, які біля нас живуть, відчули сьогоднішнє свято.